В Екатеринбурге день города, столицы Урала, исполняется 293 года. В городе обильная культурная программа, связанная также с годом кино, местная свердловская киностудия «Гордость горожан». В центре города прошли экстремальные гонки на мотоциклах. Это лишь начало празднования. Впереди концерты Чайфа и Сансары. Вечером, по традиции, будет фейерверк. К празднику местная студия анимации «Мультилин» приготовила пластилиновый мультфильм об уральской столице. Наша рубрика «Без комментариев». Оказалось, что над мультиком работали всего-то 2 человека. Выбирали объекты, исходя, конечно, из личных побуждений. Белая башня попала, потому что я сам живу в районе Уралмаш, где она находится. Я мимо этой башни с детства ходил в сад. А остальные объекты, они как бы вот выбирались по городу, вот что придет на ум при разговоре о Екатеринбурге.